Как вы думаете, сейчас какие самые главные проблемы на железной дороге? Ну, проблемы. Зарплаты не дают людям. Это раз. Маленькие оклады. Два. Бегут люди. Бегут все в Россию. Перевозок нет, там у них солярки нет, ничего нет. Главная проблема, что зарплату не дают, уже четвертый месяц пошел. Ну, я сама жена железнодорожника, и, конечно, тяжело стало и материально, и все. Как вы считаете, из-за чего сложилась такая ситуация у нас на железнодорожном узле? Много воровства. Из-за этого все. Поезда ходят, а доходов нет никаких. Куда уходят наши доходы, не знаю. Ну, я считаю, что, наверное, железную дорогу просто хотят продать. И вот эта вся задержка, вот эта вся катавасия только из-за этого. Ну, из-за чего? Потому что наше государство в карман ложит деньги, людям не дают деньги. А вот идут разговоры о том, что железную дорогу можно сдать в концессию. Как вы к этому относитесь? А Россия хотела взять, а наше правительство не отказалось. Ну, это вообще приведет к полнейшему краху железной дороги. Как ее как до войны не было, то ее не будет и сейчас. Я считаю, что всех работников уволят, тех, что работали, и, в общем, будут набирать неизвестно кого. Многие потеряют работу, и опять будут нищета в семьях. Я думаю, что это ничего не изменит. А скажите, что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы как-то реанимировать эту отрасль? Хорошего начальника, хозяина сюда. Без хозяина ничего не будет. Я считаю, что вообще на железной дороге должны работать люди, начальство имелось в виду, которые, ну как, имеют общее понятие о железной дороге, имеют хотя бы какое-то образование. Можно было бы поднять именно железнодорожный узел. И была бы работа, и люди бы, может быть, вернулись многие. Вот даже мой сын, он в Питере, и он как между небом и землей, хотя имеет гражданство, но он говорит, я бы вернулся, если была бы работа дома. Рабочие места создавать. Вот. У нас же молодежь уезжает за границу, уезжает, бросает семьи. Все это из-за чего? Из-за недостатка, потому что нету работы, нету на что жить людям. Ну, хочется, чтобы стабильность была какая-то, чтобы работа была, меньше сокращений было вот этих всех.